Первые результаты были очень нереалистичными, то есть вот трещина совершенно не похожа на трещину. Трещина совершенно не похожа на трещину. Так бывает, когда работаешь с нейросетью. Методом проб и ошибок студенты политеха с нуля создали программу для энергетических компаний, используя при этом искусственный интеллект. Моя программа делает трехмерные объекты, которые впоследствии рендерятся в фотографии с какими-либо дефектами. Мы генерировали несуществующие картинки, несуществующих объектов, которые были фотореалистичны, которые очень были похожи на те данные исходящие, которые есть в мире. Перед разработчиками стояла задача, так сказать, обучить нейросети наполнить базу данных компаний картинками изоляторов на ЛЭП. Все тонкости, специфики ребята обсуждали со специалистами. Использовали мы это в программе Blender, мы создали именно дополнение для Blender. Вот. И наши примеры скулов фотореалистичных уже были достаточно хорошими. На изучение, подготовку и разработку ПО у ребят ушло больше 2 лет. Но этот продукт сейчас реально используется в промышленности при повреждениях линии электропередач. Физический осмотр очень дорогой. То есть это приходилось останавливать всю линию. Человек залезал туда, смотрел изоляторы. Ему нужна, во-первых, какая-то подстраховка. Это нужны специалисты, а главное, не один специалист, их время. Сейчас бизнес-процесс улучшился. Берутся дроны, взлетают, облетают опоры. Нужно просто отснять материал какой-то. Дальше этот материал отправляется в нейронную сеть. И, собственно, она говорит, есть ли дефект или нет. К слову, цифровому уму в политехе слава и почет. Так в прошлом году вуз открыл новое направление для ребят, желающих изучать искусственный интеллект в приборостроении. У нас наш профиль ориентирован именно на внедрение искусственного интеллекта в технику, скажем так. У нас, по сути, одна дисциплина, которая посвящена именно изучению базовых основ искусственного интеллекта, то есть это нейронные сети, генетические алгоритмы и все, что с этим связано. Все остальные дисциплины, они ориентированы на практическое применение вот этой самой технологии. Кстати, искусственный интеллект активно используют студенты всей России. А, например, студентам арктического разрешили писать дипломы с ним в соавторстве, но не более 40% всего материала. В барнаульском техническом немного другая специфика. Дело в том, что выпускные квалификационные работы нашего университета – это решение конкретных технических, практических задач. И поэтому с помощью искусственного интеллекта совершенствовать технологический процесс изготовления какой-то детали на каком-то заводе, наверное, это невозможно сделать. Вот. Но, конечно, можно использовать возможность искусственного интеллекта для проведения обзоров каких-то. Вот здесь, конечно, это самое то место искусственного интеллекта. В целом, в ВУЗе новые возможности и развитие искусственного интеллекта приветствуют, но не считают, что цифровой разум в ближайшем будущем сможет полностью сместить интеллект человека. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, «День с толком».